Такой период, что я прям каждый день, пока деньги не закончились, заказывала себе шашлык. Если бы они не закончились, я бы и дальше заказывала. Ну и сама тоже жарить люблю. Добрый день. Спасибо. Вот такие вот делишки у Мишки. Да, солисты. Амина зовут. Кстати, Саш, калмыцкая кухня с баранины. А я почему-то обожаю свинину. Вообще странно. Отец чеченец. Свинину вообще не ест. И в Калмыкии все в основном, ну, барашек. А я свинину. Вот откуда я ее могла взять? А здесь чеченец, мама калмычка наполовину, там наполовину немецкая нация. Метиска, короче. Приятной аппетита. Айджинав. Что-то мне мясо не очень нравится. Так я тоже сразу не поняла, что он мне написал. Хуга, привет, спасибо. Ты такое пропустил? Зайца своего купала. Спасибо. Так хочется соленых огурчиков бабушкиных. Бабушкины самые вкусные. В магазине нигде такие найти не могу. Надо... Да, Спирка зовет. Надо у нее будет поучиться закручивать. Так вот, жареная картошечка и бабушкины солененькие огурчики просто... И они там уже конкурируют с шашлыком. Блин, последнее время что-то много знакомых с Яшкой начали.
появляться у меня. Вот у меня туда действительно дорога. Никто ничего не видит. И не говори-ка. Так. Мингьян у нас сейчас не в сети, да? Сейчас мы его пригласим. Так, недавние контакты. Вот он и сидит как раз-таки. Приглашаем его. Ноги болят, тело болит.